Вот я играю, и вот я играю. Иду прямо в лоб или по краю. Кончается матч, а люди не любят чужих неудач. Дали мяч, хуяч. Вау. Нужен. Эй, здравствуйте, да. Эй, а раз здравствуйте, говорю, ну чё? Эй, работаем, спасибо. Вот Коля Сванидзе просто улетел в Лондон, да, и говорит, позвонил мне прям по мобильному, по своему, по пиджеру. Говорит, Юрик, срочно приезжай, тачку бери, приезжай, вести некому передачу. Ну, я приехал, сел, смотрю название, подробности. Значит, короче, я подробно хочу про футбол вспомнить что-нибудь. Помните, как грузины, да, Тбилисская Динамо выиграла. Выиграла Кубок Кубков, да, у этого, у как он этот, Карлсейс, Яна. Вот, как мы все радовались, помните, какой был, сейчас Перетурин что-то какой-то просто несет бред собачий, Вера. Что за дела? Я ему встретил, говорю, ты шкет маленький, ты футбол да вообще не знаешь, как играть. А какой был Наскате Махарадзе, помните, как он красиво все говорил, это... Был Гамлет, понимаешь? Гамлета было неинтересно слушать, его интересно. Это был смешнее, чем КВН, Мавен, честное слово, Вера. Вспомни, да, как он. Только что закончилась 33-я минута, да. И тут же началась 34-я, смешно, да. Или такой у него был Перл, помню, Перл у него был такой. Он обыграл защитника и двинулся к воротам. И перед ним, как из-под земли, вырастает буряк. Слушай, буряк, свекла по-украински, да? Смешно, вся страна лежала. Это был, понимаешь, театр одного актера. Ракин, Андроников, Чарли Чаплин просто был. Понимаешь, или что у него еще было? Он так глаза поднимал кверху и говорил. Володя Гуцаев на правом фланге овладел мячом. Понимаешь? Поэзия была, да, в этом во всем. Футбол ходили толпы, смотрели на наших, на грузин, на русских, на всех, даже на этих. На прости, конечно, сорвался немного. Ну ладно, буду заканчивать. До свидания, всего доброго. Спасибо. Была передача подробно.